Всем привет, всем всего доброго, с вами Стас Кобальт, это канал Стас Кобальт, независимый канал, абсолютно непродажный, так что записываю свое мнение по марафону World of Tanks. Сейчас играю свой бой на Шкоде Т-50, это ЛБЗ было по нанесению наибольшего урона и также по попаданию в топ. И попаданию на первое место среди всех команд, и попадание среди всех игроков по опыту на первое место. Вот. Сделал я это ЛБЗ, только не на этом танке. Сделал я на ОИ. Для чего я показываю этот бой? Чтобы показать, что люди, которые не сделали, от вас мало что зависело. То есть сейчас смотрите, я в этом бою нанесу 4600 урона, то есть больше всех, и мне не дадут, возьму основной калибр, но мне не дадут, представляете, по опыту первое место. То есть я играю в эти танки уже 4 или 5, я уже не помню сколько лет, я такого вообще не видел, ну как бы я не проверял, но вот просто было вот это ЛБЗ. Я когда посмотрел статистику, я просто не мог поверить своим глазам. Как такое может быть, что Они, который вот сейчас, обратите внимание, он внизу. Внизу, да? И вот увидите, он там с Е75 будет бодаться. Но вот сколько он там забронирует, я не знаю. Это не факт, важно. Но он сделает 2200 с чем-то там ХП и будет опережать меня на 200 с чем-то опыта. Я не знаю, сколько он там забронировал. Я не знаю, сколько он мог там. Я не посмотрел. Я потому что был в шоке, когда я посмотрел на эту статистику. Фиг с ним. Даже если он базу взял там с кем-то, он пойдет потом внизу, там будет там чебуршить и возьмет там эту базу. Да, я тут по всей карте буду ездить, искать, убивать. Вот сейчас смотрите, как я буду наносить урон по КВ-5 и так далее. И борщу там, и всем попадет, короче, от меня. Я говорю, сделаю 4600 урона, возьму 3 фрага и займу второе место с основным калибром. И возьму даже не первую степень с этим уроном, а возьму какую-то там сраную вторую степень. Ребята, ну я не бомблю, я ничего, я, видите, я нормально говорю. Но, ребят, ну зачем ВГ издеваться над слабыми игроками, над теми игроками, которые там стараются, которые что-то там... Я за себя не говорю, я все эти ЛБЗ, я все сделал. Вот сегодня ЛБЗ было, я сделал за 35 минут ЛБЗ по медали забрать. Я 5 боев сыграл, и все 5 боев у меня выше урон. Ну, выше, чем собственная броня урона. То есть я за 5 боев взял с полностью эту ЛБЗ. Это самое простое было ЛБЗ. Зачем накручивать другие ЛБЗ, я не понимаю. И зачем как бы угнетать этих игроков, которые, да, там не задонатил, да, там не за это. Ребята, ну блин, ну тут очевидная какая-то, очевидная грех, очевидный промах со стороны этого ВГ. Вот, я ничего не говорю, ничего против я не говорю, ну блин, ну здесь вот очевидный факт. Я вот просто не поверил своим глазам, когда я нанес 4600 хп, я считаю, что это в принципе немало. Но зачем по опыту делать, что опыт вообще он смешной как бы. Что у меня я не на первом месте даже с основным калибром. Вот покажите мне бой, чтобы вы взяли основной калибр и вы не были первый по опыту. Ну это, блин, это какие-то там редкостные, причем разница будет колоссальная. Он взял базу, он там взял там хорошо по непробитию там или что там он сделал, я не знаю. Но все равно, извините меня. Блин, такого не бывает. Такого не бывает. Я вот все свои, даже какие-то бои старые пересматривал. Свои. Даже те, которые у меня вот здесь на канале выходили. У меня, ну, такого не было такого расхождения с опытом и с демагой. Это вообще уже надо еще придумать, надо еще посмотреть. Причем я играл на преме, вот здесь вот даже у меня этот прем-аккаунт.
Я, блин, по хп, по опыту занял, блин, второе место с основным калибром. Это вообще, это смех куром. Вот. Причем я два дня, помните, было ЛБЗ 850 по хп. Я занял два раза подряд на этой Шкоде. В одном бою я уничтожил опять же 5 фрагов, в другом бою я взял 3600 хп, и мне дали 849 два раза подряд. Это вообще обидно, это вообще, ну, ни в какие ворота не лезет. Зачем это все делать, я вообще не понимаю. То есть, мало того, что опыт там немало дали. Сделал я 5 фрагов в одном бою, там тоже 2000 с чем-то хп, от меня много что зависело. От меня много что зависело. И я даже там третье, четвертое место не получил с этими 5 фрагами. Короче, вывез там катку, получается. И вывез катку, вывез это самое. И я не получил 800, даже 50 опыта. Да, не на прем-аккаунте я был, ну и что? Ну такого же быть не может. Зачем это все делать? Вот я хочу обратиться в этом ВВГ. Ну, блин, идет марафон. Люди злятся. Я за себя не говорю, я все сделал. Я все сделал. Я просто показываю те бои, которые... Те бои, которые как бы... И почему это все происходит, я не могу понять. Ни на одном канале ни один блогер это не говорит. Я еще буду много говорить. Я это все это как бы я не буду оставлять. Как, о каком мы можем говорить гиперспорте, блин, если такое творится? Вы сейчас посмотрите. Сейчас посмотрите внимательно на ХП. Я сначала посмотрел, я не мог поверить. Я на этом танке уже 1000 боев провел. Я думал, ну все, сейчас я все, я взял эту, что мне тут, в принципе, выжил, в принципе, я остался жив. Смотрите, какая разница ХП, смотрите, сколько мне опыта дают, и смотрите, сколько опыта дают они. Он меня на 100 опыта опередил со своими 2000 ХП. Ну это, извините меня, такого не бывает. Такое не может быть, я не поверил своим глазам, просто, я не мог поверить, с какими-то двумя медалями, которые ничего мне не дают, видите, две медали я взял, там поддержка, основной калибр, они мне ничего не дали, по опыту он и меня опередил, он даже не забронировал урон, ему бы дали бы эту медаль, но он не забронировал урон, понимаете, нет? Все, с вами был Тоскобальт. Всего доброго, до следующей встречи, если выполню все, то я скажу. Следующее видео будет тоже интересное. Все, всем всего доброго, всем пока.